У нас сегодня в планах было записать лайв-версию песни «Нас уже нет», но мы, к сожалению, не придумали, где это можно сделать. И хорошо, что Делюс позвонил Артуру Замалетдинову, и сейчас мы идем в эту студию, дабы не сдохнуть от холода. Я оператор, будем снимать вот все оператор, на 4К-камеру, вот монтаж на Раиле. И мы будем петь песни 50 дублей. На диктофон профессиональный, так что качество звука будет муа. Все. Или знаешь, или вот эти моменты лучше, наверное, не брать, да, там вот эти вот, они их как будто замедляют, когда ты начинаешь петь «Карла», вот это вот. Может, просто сразу быть классные были, да? Да, они тоже, у тебя фальцет не прослушивается здесь. А это не припев, что ли? Припев, наоборот, как раз припев. Нет, получается, припев у нас... Вот этот вот припев. Мы сейчас с Хакимом хотим исполнить очень-очень интересную и красивую песню «Корлы Йонда». Погнали. Так, поднимай, я говорю, громкость, как-то автоматизацию. Да. Скажи по-нормальному, с вами Раиль и Делюс, мы запишем наш аудиоверсию нашего... Не-не-не, он нормально сказал? Ничего. Нет, он плохо сказал. Ребят, всем большой привет, с вами Раиль. И Делюс. Добро пожаловать в хижину музыканта, сегодня споем аудиоверсию. Как это спеть можно? Интересно, аудиоверсию. Поехали. Уже лучше, сейчас будет нормально, видимо. Раиль, еще раз, 3 минуты, потому что каждая минута 2 гига. Ребят, всем большой привет, с вами Раиль и Делюс. Добро пожаловать в хижину музыканта, по вашим заявкам исполним нашу песню... Как она называется? Нас уже нет. А, да, точно. Ну ты напомнил. Еще раз. Все. Ребят, всем большой привет, с вами Раиль и Делюс. Сегодня мы исполним нашу песню «Нас уже нет» в акустическом... Я не так сказал, давай. Давай. Ладно, еще играть надо. Да, играть надо еще. Ребят, всем большой привет, с вами Раиль и Делюс. Сегодня мы исполним нашу песню в акустическом варианте, под гитару. Слушаем. Он защищен. Все, сейчас идет запись. Продолжайте писать. Он водой, да, снимаем. Все, вот так более-менее расслаблен. Он тебе даст богатый бархатистый звук. Да. Другой будет, как будто не твой голос, но... Да, будет бархатистый такой звук, очень наполненный. Я не согреет в ответ, падает снег, ветвишек холода. Но нас уже нет, нас уже больше не скажешь привет. Желаю вам успехов. И спасибо за внимание, потому что данный кавер у нас получился не с первого раза. Мы старались, хуйню несешь. Но еще раз. Без Америки и без этого. А ты добавь сюда, ставьте лайк, ну ты перебей его. Это же YouTube. Ты его перебей, когда он говорит. Все, давай. Еще раз. Окей. Данное видео было записано в студии QSP Records в городе Альметьевск. Ссылочку на данную студию оставлю в описании под видео. Если хотите заказать аранжировку на вашу песню, обращайтесь по ссылочке в описании. С сегодняшнего дня Делюс обещал создать YouTube-канал и поднять его. И официально мы разрешаем это сделать. Спасибо. У нас просто коалиция блогеров в Татарстане. Можешь, нас только двое. Можешь трек перезалить себе на канал, ну как первый видос. Мы просто двое. Из коалиции ютуберов. У нас появился третий. Третий есть, чувак. Нет. Нормально, прям как это, черный. На самом деле, эта часть видоса записывается в самом конце. Мы типа сказали, что идем записывать, но мы уже все записали. Сейчас мы типа уже записались, но мы уже записывались. И все круто, короче.
Мы записывали студию QSP Records. Спасибо пацанам за то, что нас приняли. Да, большое спасибо, огромное спасибо. Скоро Раиль все выложит, смонтажит. И ставьте лайки, и подписывайтесь, чтобы у Раиля 200 уже было. Да, на канале, ну-ка не заканчивай блог, я еще тоже хочу попасть в него. Карл Янгер сейчас фигачит. Мы на него делали тоже акустическую версию видоса, песни. Вот, молодец. Оператор, нафиг я тебя нанял вообще снимать там. Окей, ребята, поехали. Мы только что вышли с записи, с Делюсом наконец-то. Не будем врать, с 10-го дубля записали все это дело. Высрали такие высокие ноты. С первого мы записали, что ты гонишь? Нет. Я хочу, чтобы подписчики знали всю правду. Помедленнее идите. Там нету ничего, можешь спокойно идти. Так, ребята, если ждете новый трек, мы его не выпустим, потому что заставить нас это сделать очень тяжело. 4К ты хер смонтажишь. Да, и Илюса вытащить, чтобы сделать трек, это тоже нелегкое дело. У него заказы, аранжировочки, кстати, в описании. Илюс из Шотландии приехал в Альметьевск. Заказывайте аранжировки, пока у него этот... Там свободный график, потому что скоро у него пойдут новые заказы от звезд. Короче, если хотите новую песню от нас, я хочу немножечко обращение такое сделать. Мы сами его не сделаем. Мы сами его не сделаем, но вы можете заставить нас. Все-таки скажу как. Нужно набрать 5000 лайков на этом видео. На ютубе, конечно же. И тогда мы сядем и запишем песню. Ребята, у нас с головой немножечко тоже не в порядке. Тяжело сочиняем тексты, поэтому прошу вас в описании, в комментариях напишите четверостишье, да, любого стишка вашего, не пожалейте. Или хотя бы тему, на которую мы можем сделать песню. Предложите тему лучше. И мы начнем работу над этим текстом, потому что самое сложное — это придумать идею, текст песни и так далее. Да, если первый шаг сделан, то остальные уже делаются со временем. Да. Подписывайтесь на Хижину Музыканта. Обязательно. Хижина — это большая семья, которая объединяет всех на свете. Татарстанская коалиция Ютуба объявляет прием новых блогеров к себе. С вас небольшой процент за продвижение. Хижине прорекламируем и вообще звездами Татарстана будете. Ну что, прощаемся, да? До скорых встреч, пока. Пока. Так, готовы вытягивать тачку вот с этим чуваком. Че, задницу? Давай. Наша поездка в Альметьевск закончилась вот таким вот образом. Повернули.